Вышел я опять на свободный слот, время 12:20, и сразу же первый заказик. Заказ-то у меня на Маломосковскую улицу. Подача по таймеру 50 минут. И это ведь реально далеко. Но слава богу, что я сейчас сяду на трамвай или на автобус, что даже лучше будет. И доеду на автобусе, куда мне надо. Там чуть-чуть пешком пройдусь, и я на Маломосковской улице буду. В принципе, я бы мог не брать этот заказ. Но так как это в сторону моего любимого ВДНХ, возможно, потом закончу слот, поеду на ботанический сад туда. В общем, для меня это неплохой заказ, который выкинет меня туда, куда мне надо. Ну все, я на месте. Буквально на двух автобусах проехался минут 20. Сейчас еще 5 минут пешочком, и у меня уже 16 минут есть в запасе. Но заказ уже должен быть готов, потому что когда я только получил заказ с подачи 55 минут, мне уже показали, что мой заказ готов. Ну все, короче, вот так я упаковал заказик, и сейчас я его понесу клиенту. По картам мне нести этот заказ 1 километр, итого где-то, я думаю, 4-5 километров у меня в общей сложности этот заказ займет. Кстати, по поводу работы в центре, вот, пришел мне отчет за предыдущий день, и, наверное, я скажу так, что, ну, на данный момент, мне кажется, особого смысла ехать в центр нету. Для меня это все-таки дорога. Для меня это трата на проезд. И в целом, если я хочу зарабатывать и считать каждую копейку, то мне выгоднее выйти из дома, сразу нажать на слот и начать работать. Так я теряю меньше времени, так я нахожусь в близлежащих районах. Ну и в принципе, мне так комфортней. Плюс, в отличие от центра, здесь больше автобусов, трамваев, которые я знаю. И это мне как-то больше помогает работать, чем если бы я работал просто, ну, типа, в центре, где я мало чего знаю в плане транспорта. Хотя, ну, в принципе, знаю, но там транспорта просто меньше. Ну и ко всему этому добавляется тот момент, что я за 10 заказов здесь, в спальных районах и так далее, получу больше, хотя бы по той причине, что, ну, банально здесь больше километраж дается. И на транспорте ты его быстрее преодолеваешь. Потому что, ну, здесь я вот сколько не работаю, в последнее время я получаю за 10 заказов больше, чем в центре. В центре пропали коэффициенты, в центре их намного меньше стало. Вот весной, там, когда дождик, когда слякоть, вот тогда туда есть смысл ехать. А сейчас довольно-таки теплая и неплохая зима, люди не особо заказывают, и курьеров хватает. Все, отдал заказ. Финансовый университет, в котором, походу, дофига мажориков учатся, учитывая, на каких машинах они сюда приезжают. Ну, а я отправляюсь тут в соседний дом через дорогу за шаурмой. Пока не знаю, куда ее нести. Не прошло и 5 минут, я уже забрал заказик, и сейчас его повезу. Опять же, в сторону ВДНХ, все ближе и ближе к проспекту Мира, к Ростокину, в ту сторону. Все, отдал заказ. Сейчас быстро спускаюсь и иду на третий заказ в Пятерочку. Она тут тоже недалеко находится. Ну, я посмотрел, что там в заказе. 16 позиций из Пятерочки, слава богу, без воды. Там самое тяжелое, это, наверное, будет 2 литра молока. Остальное все по мелочам. Но понятное дело, что, ну, килограмм, наверное, 5 наберется. Но в сумку точно поместится, что уже меня радует. Осталось потом будет посмотреть, сколько мне идти, далеко или нет, но надеюсь, что недалеко. Ну, короче, нести мне вот в этот дом, который у меня за спиной. Как говорится, вернусь потом обратно на проспект Мира, на Ярославское шоссе. Ну, в принципе, я доволен. Все, забрал я заказ из Пятерочки. 3 пакета, 2 больших, 1 маленький. Забили мне прям всю сумку. Не сказать, что тяжело, но неудобно, наверное. Сейчас пойду относить, тут недалеко. И, наверное, сразу выпадет следующий заказ. Все.
Все, дал я заказ, и, как я и сказал, мне выпал сразу следующий. Сейчас поеду в Милти, где-то на ВДНХ находится, буду забирать заказ там. Короче, Милти забирать тут рядом, буквально 300 метров, и отдавать его на улицу Бориса Галушкина. Это я могу и на трамвай сесть, могу и пешочком дойти, в принципе, вообще будет без разницы. Забрал заказик, буквально, наверное, потерял на это минут 5, пока собирался он, и уже мчу отдавать его. Отдавать его в общежитие, плюс-минус, это вот около той пятерочки, где я был. Так что, ну, либо проеду одну остановку на трамвае, если его ждать не надо, либо пешочком дойду минут за 7-8. Мне кажется, Яндекс только что надо мной решил поиздеваться. Он мне дает заказ из Магнита напротив и добавляет мультик. Учитывая, что первый заказ, там вода, я не знаю, сколько литров, но там две бутылки негазированной воды из Магнита. И еще нормальный так заказ. Плюс второй, я не знаю, сколько там. Посмотрим, как это все нести будут. Довольно интересно получается. Потеряла минут 15. Вот. Пришел в Магнит, на мне говорят, заказов нету. Ну, типа, на них отмена пришла. Я, конечно, немножечко обрадовался даже. Ведь два тяжелых заказа из Магнита нести не хотелось мне особо. Вот. Ну, в итоге поддержка минут 7-10 решала этот вопрос. Решила. Отменили два заказа, жду новый заказ. Это получается, что у меня снова всего лишь 4 выполненных заказа. Не знаю, сегодня хотя бы 6-7 заказов сделать, потому что прекрасно понимаю, что уже ноги устали после вчерашнего, позавчерашнего. Вот, ну, вряд ли меня сегодня хватит на 10 заказов, но буду рад сделать 6-7 заказов. Хотя вот если бы я сейчас этот Магнит отнес, там заказ получается в 2 соседних дома, в 20-й, в 21-й, то было бы уже 6 заказов. Поэтому очень хочу сейчас мультизаказ найти.